Завершился первый в истории фестиваль чемпионов ночной хоккейной лиги гала-матчем звезд сборной НХЛ. Матч с участием легенд отечественного хоккея, почетных гостей и первых лиц российского государства начался с концерта Дениса Майданова и шоу-представления. После команды вышли на лед. Зрителей и участников матча поприветствовал 11-й номер команды звезд НХЛ Владимир Путин. Мы сегодня открываем юбилей, 5-й сезон ночной хоккейной лиги. Поздравляю вас с этим событием. Я благодарен вам не только за ваше участие личное, но и за то, что вы своим примером побуждаете миллионы наших граждан заниматься физической культурой и спортом. Причем не только хоккеем, разными видами спорта. И борьбой, и легкой атлетикой, и гимнастикой, и стрельбой. Всеми. Тот, кто двигается и идет к победе, обязательно ее добьется. Успехов! Игра, как всегда, получилась богатой на голы. Счет был открыт уже в первые минуты игры сборной НХЛ. Ответной шайбой болельщиков порадовал Владимир Путин. Президент в ходе матча забил сразу несколько голов и записал в свой арсенал несколько голевых передач. Итог матча 15-10 в пользу команды звезд НХЛ. Добавлю, что гала-матч завершил первый фестиваль чемпионов ночной хоккейной лиги и дал старт пятому юбилейному сезону НХЛ. Заявки на участие в любительской лиге уже подали около 800 команд 70 регионов нашей страны. Финал состоится в Сочи в мае.